Кстати, еще хотел сказать по поводу расхода. Мне задавали вопрос такой. Расход вообще для такого типа автомобиля копейки, так как, ну, я его считаю, к примеру, внедорожником. В общем, в кучке за всю движуху у него 12,7 литра на 100 километров, это бензина. А в газ мы переводим, добавляем примерно 10%, плюс-минус, в зависимости от системы. Вот за последних около 7000 километров пробег составляет 12,7. Это трип. Какой там? Че, куда смотреть? Так, тихо. Трип A, трип B, вот 7345, 12,7 литра. Короче, газа где-то 13,5 литров он нюхает при всех своих данных. И думаю, блин, неплохо. Мне нравится, это самое главное. Самое главное, что нравилось. Это Ренька, Jeep Renegade. Увидимся.